или Антону и многие-многие другие. Ой, прямо не знаю. Сынуль, Андрюш! Тебе какое платье больше нравится, а? Мама, ну что, не буду я платье одевать. Ой, прям не знаю, прям не знаю. Андрюш! Ну чё ты такой непричесный-то, а? Папка приедет из Англии, скажет, что это у меня сынулька такой непричесанный. Мама, может, он не приедет вовсе? Да, вот этот, пожалуй, даже и получше будет, а. Ай, ну что ж делать-то, господи. Мама, можно я погуляю пойду? Какой погуляю? Какой погуляю? Под утро пришел, гулял всю ночь, мамка не спала, всю ночь волновалась. Прямо. Все морги обзвонила. Нет, красные все-таки лучше. Да. Ой, дед, чует мое сердце, не вернется Сергей обратно. Хоть бы не вернулся. Так он уехал? Я думаю, день неделю нету. Опять, думаю, заколедовал. Так он в Англию уехал. А? Я ей говорю, ему давно говорил, с такой башкой, как у него, тут делать нечего. А он тут ничего и не делал с такой башкой. Ой, Татьянка, боюсь, не приедет нас Сергей. Бросил он нас. Ой, мам, ну что вы такое говорите? Прям глупости какие-то. Да? Мать у тебя глупая. Мать у тебя, значит, дурочка. А Сергей твой хороший. Это сейчас же мать твоя глупая сидит в лондонском стриптизе. И Гиннес халкает, да? Это ж мать твоя сейчас... Ой, Сережка вернулся. Good morning. Сколько времени? 8 вечера. Тогда, sorry, good afternoon, dear family. Радость-то какая, Танюшка. А то мы, Таня, все прям извелась. Говорит, не приедет мой Сергей, не приедет, и нас всех извела. А я говорю, Сергей не приедет. Это чтоб наш Сергей не приедет. Мама. Приедет. И вот он, приехал. Нате. Ну вот, мама. А у них сигара, как у нас прописка. Без нее джентльмен никуда. Нет, нет. А... Ой, Сережа, может, ты уже не курил бы, а? И шлем пробковый мне подарили. Не мудрец. Прав, Британия моряне. Да прав, прав ты. Андрюшки-то забыл же я. Же привез же. Божечки, ну, что ж ты привез? Так, дед, это на, с тобой, как ты просил. Значит, искать. Это тебе в твою коллекцию. На, идем. Не марки собираем, понял. А ты это будешь ложить марки сюда. И много поместится, и нормально, красиво. Да, мать? Не возьмет, да? Вот. Сереж, ну как ты с англичанами-то общался, расскажи. Значит, я захожу в бар. Нет, я захожу в бар. Ну. И говорю, значит, тубир. Or not тубир. Ну, типа того, типа два пива. И файфушничек, ну, 50. Он говорит, и соки. Я говорю, не надо соки. Я говорю, тубир и файфушничек. Он говорит, и соки. Да, я говорю, дурак, что ли? Я говорю, ты дурак. Ну и так и говорю, ты дурак. Какие с пивом соки? Он говорит, и соки. Я говорю, а я, и до меня дошло тогда. Я говорю, ты что, говорю, и цакей по-русски нормально сказать не можешь. Это они так говорят. И соки, как и цакей у нас, понимаешь? Как мама. Ты из меня, соки. Тип того. Вот. Ну так и что соки-то дал тебе? Нет. Слушай, Сереж, ну а я-то что такое у тебя, а? Значит, фотки. Ага. Это Тауэр. Так. Это значит, это тоже Тауэр. А это что?
И это другое место какое-то. А, это. Биг Бен. Биг Бен. И самое смешное, что в Биг Бен пьяных не пускают. Не сходил ни разу. Пап, папа, а ты сколько дней в Тауре был? Сколько? Столько, сколько надо, столько и был. Вот, дед. Налить? Потом, сейчас, подожди. Я расскажу. Вот, дед. И говорит мне английская королева. Мам, можно я спать пойду? Сидеть и учиться, как себя вести. В Англии. С королевой. Налили бы тогда. Я налью тебе сейчас. И говорит мне королева Англии. Серега, останется у нас тут снимать. А я говорю, не отлезает это Вильгельмина. Не могу. Я, знаешь, я Таньку люблю. Говорю такие. А, говорит, не, по делу. Мосты строит. Ты же, говорит, Серега, обалденный инженер-мостовик. Мостовик за денег. Али. Я говорю, точно. За мной мостов 50 штук. Один Анечкин мост чего стоит? Она говорит, а у нас, знаешь, инженеры, мостовики не те. 50 капель. 50 капель. Только между нами, она говорит. Мой народ не должен знать, что ты остаешься министром по мостам. Оставайся с Серегом, будем с тобой мосты разводить. Нет еще. А я говорю, нет, говорю, Германия, я домой. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Бум-бум-бум. Ага, в Африке реки вот такой ширины. Иди спать.